а в Канаше прошел республиканский конкурс «Лучший женсовет». В этом году конкурс был посвящен столетию праздника 8 марта. Гостей праздника – министра здравоохранения и социального развития Чувашской республики Аллу Самойлову, председателя Чувашского республиканского совета женщин Ольгу Зайцеву, председателя попечительского совета благотворительного фонда Чувашского республиканского совета женщин Ларису Игнатьеву, активистки общественного движения встречали хлебом с солью. Были определены лучшие в номинациях «За бережное отношение и любовь к родному краю», «За активную работу по пропаганде здорового образа жизни среди женщин и молодежи», «За лучшее информационное сопровождение деятельности женсовета», «За волю к победе и стремление быть лучшим женсоветом». Главная награда конкурса «Почетное звание «Лучший женсовет» досталась в этом году Канашскому городскому отделению.